tumblr.ru – магазин одежды для подписчиков канала. Добро пожаловать! Всем привет, дорогие подписчики! Вышло недавно обновление 6.87, и очень много изменений, для кого-то хороших, для кого-то плохих. И я, как человек, который ждал 6.87 только ради Storm Spirit, потому что это мой любимый герой, но 6.86 им вообще не профитно было играть, потому что его очень сильно понерфили. Но наконец-то я дождался этого момента, и... Очень круто все сделали для Storm Spirit, начиная от Арчида, который можно апать, который очень крут в лейте будет, который там будет давать криты к удару с руки, вот. Потом Bloodstone, в котором сразу 12 зарядов идет, то есть там реген сумасшедший. В общем, много-много таких моментов. Ну и, конечно же, Аганим добавили Storm Spirit, который дает АОЕ способность нашему второму скиллу. Вот. Давайте будем сейчас, короче, тестить, как это все, с чем это едят, насколько хорош или насколько плох стал Storm Spirit. Сейчас посмотрим. Посмотрим, насколько. Ну, мы можем вчетвером играть, нам пофигу на него. Так, страйк на первом левеле. Удар. Кстати. +46, +12, да? Блин, он меня неплохо поотрывает кусков от тела. Ну пофигу, пойдем. Мы же тоже можем с ним позакусываться, правильно? Блин, я руну отдал, фак. С теми паузами гребаными все испортили. Ладно, я не хочу никого ждать, я хочу тестить, поэтому поехали. О, привет. Странно. Вот этого я не ожидал, что... Ты чё, офигел? Какая себе наглость. А, стопы. Меня гангать хотят, что ли? А, так он и не собирался донаять, оказывается. Да, сейчас бы на ботл нафармить, вообще было бы шикарно. Но ничего, сейчас мы по-любому пару крипов забираем. Вообще без вариантов. Нажмите паузу, Дандро. Так, этого донаем. Так, его пытаемся тоже задонаить. Все, у нас ботл есть. Тычечку вышка дает, и он, по идее, наш должен был быть. Но, увы, не сегодня, а так завтра. Ты чё, офигел? Чё, наглый, что ли? First Blood. Сейчас эти руна появятся. Это... А, Энлокер что, на руну пошел? Что, офигел, что ли? Давай без рун, дружище. Руны мои должны быть сегодня. Так, делаем ставки, на какой минуте будет Арчит. Ну, пока меня никто не трогает, это хорошо. Это хорошая новость. Если никто трогать не будет, то постараюсь сделать быстро. Надеюсь, мне не придется идти в лес и дофармливать его там. Ну, инвокер на нижнюю руну пошел, наверное. Нет, он стакает себе, что ли? Реально стакает, похоже. Странно, он вообще на меня нападать не хочет. А донаять. Тычку дай. Не хочет тычку давать. Так, пушим, пушим, пушим. Локер, ты больной, походу.
друг мой. Ну я наглею, но он вообще что-то боится меня, я не знаю почему. Странно довольно. Сейчас ту пачку еще вперед загоняем. Но он сейчас будет драться, мне кажется. Вот сейчас, мне кажется, он будет драться. Да заебало, блядь, эта игра, босс. Ну за 3 минуты 4 фрага, ну... Что он плачет, я не знаю. Сори, у меня лайк. Че плакать-то? Инвокер, дай тычку дам. Блин, не хочет, боится меня. Так, все, пушим пачку, идем за руной. Ты офигел, боже, я отъезжаю. Или нет? Лоу! Что? Вы его хп видели? Вы видели его хп? Боже, 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 боже. Придется на базу идти. Вы видели его хп, я не могу в это поверить. Ну там не вариант было оставаться на месте, потому что он санстрайк кидал. Я бы умер. Да, возможно, он бы тоже умер, но... Я бы отъехал, нафиг надо. Хочу жить. А вот так вот не хотели. Понимаю, руна никому не нужна, да? Окей. Блин, там ВР-ка такая сладкая, боже. Ой, это там обе сладкие. Go kill. Ничтяк. А, спасибо. Текс. Ой-ой-ой. Муж ты мой. Ребят, на топ нужно. Рубик, давай ТП шаманам. Топ, уезжайте. Кормить Гира это очень плохо. Блин. Так, слушайте, прям все хорошо у нас вроде складывается. Я домой, я пустой. Серьезно? Почему без тапка? Ладно, пойдем за руной. Может фартанет, какой-нибудь хоста будет, и получится сразу две руны взять. Будет нормально.
Не вариант на него прыгать. Нет, отъеду. Вкусная руна, кстати, снизу. Дурень даже не чекнул, что у меня маны нет. Так, ну чё там? Хоста. Ой-ой-ой, у него ульта есть, боже. Не-не, ребят. Давайте я лучше отойду отсюда. Все равно придется на базу идти. Ладно, что у нас там с нашими артефактами? Нет, тут нужно покупать вот так и вот так. Ладно, не хватает. Окей, тогда так и так. Срунка появится. Хорошо. Давайте еще одну робу купим. Все, сейчас реген нужен. Сейчас. Дай арканы. Красавчик. Сейчас руну цепляю, убиваем еще. Боже. Они вдвоем убивают, красавцы. А эту убьем? Да. Хорошо. Вышку забираем. Блин, ну что ж вы этой атаку стопите? Мне же нужна она. Еще и вышку мешают забрать. Что за люди? Чё он делает? Ребят, тут кунка. Да тут сзади толпа, дури. Прыгай, говорит. Назад, расходитесь нафиг. Блин, печаль. Я не долетел до него. Чуваки, так. Ничего не знают, что они проиграли. Я сейчас разозлюсь и буду их драть. Вот смотри, вот. Давай, ты же жесткий! Сказал, и теперь давай, давай. Сейчас буду их драть. Вот, понял? Все, это дёр будет. Сейчас. Давай, бахай. Я не буду плакать. Чувак, если ты не будешь, приветь, говорит, квапа вообще там, прости меня, там, не давай лишь. Да, да, надо, чтобы вы в чат прям писали, прям прощения в чате просили. Ну, сейчас узнаю, с кем ты играешь. Блин. Блин, он на хосте бегает. Инвокер на хосте бегает. Ловите, ловите, ловите его. Он вис ушел. Боже, что здесь крипы делают? Можно узнать, ребят? Я пустой, у меня ничего нету. У меня маны нет вообще. Ты что ж ты делаешь?
красава. Ты жесткий. Вася же есть? Хуй знаю. Там боссные твари. Как убивать? Знаешь? Блин, Рубик дебил просто. Стоит атаку стопит, идиот. Команда мечты. Нормально, ульт ВП зашел хорошо. Ну и там от реминант разбились неплохо на самом деле. Блин, ну вот, к сожалению, приходится все-таки в лес идти дофармливать. Ворчит срочно дофармливать. А хз получилось? Хорош, задар. Ничтяк. Осталось совсем чуть-чуть мне. Сейчас на миду подфармим немного. А мид запушить, кстати говоря. Кстати, я миде, да? Куда ж вы крипа-то уводите, боже? А мид запушить. Ого, сейчас бы не лагало еще. Могу на ТП прилететь? А, не, не могу. Ой-ой-ой-ой-ой, я лагаю. Нет, я сейчас не пойду туда. Я буду мид пушить. Жестко лагаю. Вообще без арчида с ними драться сейчас вообще такое себе дело. Алло. Че ей надо от меня, этой вышки? Да давай, 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 чего глиф прожимать, не все равно моя. Нет, она не моя. Да, инвокер, ща, подожди, сейчас прилетит. Сейчас прилетит артефакт один, я с тобой пообщаюсь с удовольствием. А с лотаром? Без лотара, спасибо, подарок. Ой-ой-ой. У меня реген, ребята, я драться могу. Ой, это ты зря. Зачем? Зачем ты его спрятал? Не хватило маны! Вот этот вот... Вот из-за него мне пришлось поставить лишний реминант. Понимаете? Вот лишние вот эти вот 100 маны я бы сейчас не сдох. Вот серьезно вам говорю. Просто Shadow Demon. Красавчик. Просто батя. А, печаль, печаль, печаль. Нафиг. Ребят, купите варды и поставьте, пожалуйста, саппорты. Вот тут у нас 2-3 саппорта в команде. Почему у нас вардов нет на карте? Потому что я не умею покупать варды. Ха-ха, очень смешно. Так, мы же вас забрали. О, да. Ульт потратить это было очень умно. Надо инвокера убить. Гоу инвокера убьем. Я
Ой-ой-ой! Твою мать. Что? Блин, ну что он делает? Я задрал уже. С этим дерьмом. Маны нет. Нужна мана. Тысячка, видели, какая полетела в нее? Мощно, мощно. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Боже, как я давно на шторм... Что? Я что-то пропустил? Давно не играл на шторме, на самом деле. Чуть-чуть я потерял. За все время существования 686 я очень мало играл на шторме. Заметно. Инвокера, гоу! Гоу-гоу-гоу! Отлично. Эта фиссура, конечно, не из лучших. Ну, ты, конечно, встрял, друг. Ой-ой-ой. Это заявочка. Да господи, я тупо не могу ничего сделать. У меня, видите, я не успеваю за экраном вообще просто. Жесть какая-то. Лол. Красавчик. Тут свард, походу, где-то стоит. Пока. Не надо было ульту тратить. Тридцать два, тридцать один, офигеть, это мясо, заруба настоящая. Варды поставьте, пожалуйста, на карте. Вот можно варды поставить, мы игру выиграем сразу, вот если варды у нас будут стоять. Шторм, ты летун, ты должен варды ставить. Ты в курсе, что летаешь? Ну, хорошо, я согласен, лучше, пусть на, купят саппорты мне вардов, я поставлю. Я тебе говорю, пусть мне купят вардов, я поставлю, слышишь, значит, друг? Алло, Гай, секси, Ивангай. Я понял, тип сам собой базарит, красавчик. Чё? Больная, что ли? Ты королева боли, а ты бог электричества. Давай создадим какой-нибудь супер разряд. О, красавчик. Молодец. А чё это с Гира? Чё, наглый, что ли? Зачем он это делает? Он дебил? Ты придурок, ты можешь в астрал не прятать? Ты видишь, что на нем ворчит, висит, нахер ты его в астрал кидаешь, идиот. Зачем? Ты с головой вообще дружишь, демон? Астрал, он прав. Шторм был перекрёст, но он прав. Сейчас у всех флаги были, только у меня. Ну,
Так, сейчас уже Bloodstone скоро подъедет. Довольно нормально по времени, в принципе. Там рецепт, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, дешевле сделали у Bloodstone. Сколько он косарь, по-моему, да, стоит? 900 голды? Нет. А, рецепт у этого. Я все. У Линки рецепт дешевле сделали. Он косарь стоит, а был косарь 300, по-моему. Со второго скилла прыгает. Так, осталось чуть-чуть точек. Подождите, так здесь, наверное, руна, раз они все внизу. Значит, здесь есть руна. Да? Ага. Не работает моя теория. Я, мой команда дерется. Все, я заряжен. Я готов биться. Теперь бы Аганим еще собрал. Я не знаю, блин, ну Аганим реально собирать первым артом точно не вариант на шторме. Блин, сейчас бы ульту вкачать на 16-м. Вот. Но в лейте, как бы, да, в лейте. Не, ну, собирать первым артом Аганим — это точно трэш. Так точно делать не стоит. Слишком дорого. По идее, я сейчас могу вообще сплитпушить. Но легке. Ну, бы так стать поудачнее. Ой-ой-ой, валим. Валим. Просто валим. Так, лотар. У Гиры лотар есть. Досты нужны, ребята. Тоже с лотаром? А, ты с даггером? Привет, друг. Кстати, это ж сладкий для меня вообще, по идее. Говори. Куда ж ты пошел? Неужели ты пошел ТП делать? Блин. Вообще в меду каким-то образом оказался. Ладно, поехали дальше с пушем. Блин, зачем? Он же и так умирал, зачем ты ультовал? О, блин. Как же я буду? Подожди, откуда он пошел? 17 секунд ульты. Вот действительно. Блин, ты что, его не поймаешь. А с Аганимом, что ли? А, ты с Аганимом. Я не видел, что у тебя Аганим есть. А, мне пора спасти.
Красавчик спас. Блин, гребаная связка. Нужна линка очень срочно, друзья. Блин, мои заряды. Зато быстро появились, да? Так, блин, у меня ТП-шки нету. Там очень много вот этой вот грязи всякой, типа Silence, там, связок, шейклов, всякой херни. Не, ну вышку надо добивать по-любому. Что она там делала? Ясно. Ты каточка какая-то потненькая получается. Ладно, пофиг, будем сразу выходить. Что какой-то шторм вообще пушер получился. Блин, здесь Верка может меня подстерегать. Это будет печально, если честно. А нет, Верка в миду, слушайте, нормально все. Эта линия вообще изи для фарм. Изи фарм. Не, ну линка, с линкой все, у нас с линкой начнется наша жизнь. С линкой мы будем бахать вещи. Вообще на карте никого не вижу. Надо валить отсюда. Что, надеюсь, за мной не пошли? Лол, за мной пошли. Ха, за мной пошли, причем все. А, надо драться, гоу драться. Давайте драться. Я на инвокера пройду. Ой-ой-ой-ой. У кого арчит-то, господи? В Верке. В Верке арчит просто, она меня законтрила. Нормально, блин, каешься. Блин, как там Верк? Разборку в силе Баку. Печально. Заряды потеряли. Все потеряли. Подождите, там же какой-то есть артефакт, который типа опыта дает много. За 150 голды. Вот же он. А ну. Приколимся. Опа. Забахали. Прикольно то, что типа кунка все пушит жестко и типа езди фармить. Это круто. Очень круто. А суть, что там у. А, Лотар, понял. Все.
you don't. Ой, сука, денег. Боже, Кунка, спасибо тебе, друг мой. Просто на меня шпилишь явно. Короче, понял то, что вообще суваться не вариант, пока у меня не будет бластовано. Ну, блин, вообще, по-хорошему БКБ надо было пособирать. Но уже раз начали. Бластоун, говорю. С Линкин сферы. Красавчик. Нормальные у меня пацаны в команде. Вообще просто вообще огоньские, блин. Огоньские. Блин, а чё ж ты курица рецепт-то не забрала? Не езжай ты. А, все, клопа склеилась. Yes. Прикольно. Солянова тащить. Блин, не знаю. А он зайдет? Да, у него лаги просто. Ясно, значит, типы в пати. Я вообще не знаю, как мы таким пиком можем проигрывать. Ну, типа, да, хорошо, у нас кэри нету. Это проблема, не спорю. Но у нас такой пик, что, по идее, первые 30 минут игры мы вообще просто в салат должны были их сделать настолько, что... Как мы умудрились играть вровень, вообще непонятно. Все, я готов драться, есть линка. У него же Лотар, есть вижен? Есть сало. Чем и чем сало тебе поможет? Подкоту. Вся! Он прыгает. Ребят, это шейкер, который прыгает. Такс, зарядик получили. Зарядик — это хорошо. Ну, в идеале, конечно, БКБ нужно просто, чтобы меня никак не дезейблили, потому что там есть инвокер, у которого очень много магического прокаста. Типа, с БКБ мне вообще будет насрать на все. С БКБ я смогу разматывать всех. А после БКБшечки можно будет уже ботл продавать и догончик собирать. Я бы ВР-ку, если честно, размотал сейчас. А ну-ка. Ну, спаси. Сейчас будет санстрайк. Но я живу, у меня хпшки много. Вот сейчас хорошо было. Сейчас было очень хорошо. Надо срочно на базу лететь. Клопа, дефа и низ. А, у нас же ТП-шка уже 50 голды стоит. Хо-хо-хошеньки. Это приятная, кстати, новость. Блин, ну нафиг они идут драться, у нас все линии. Ребята, а можно не драться, вот когда у нас все линии запушены? Отпушены.
Блин, ну это бред. Это просто, ну, у меня команда идиотов, реально. Просто команда идиотов. Гоу, 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 Траксу. Вот Линка меня спасает. Блин, а чё с ТПшкой? А, ну в принципе, ладно, ботл мы, нам не нужен уже. Ботл можно сбагривать, а вот БКБшку забираем. Все равно маны, конечно, много расходывается, все равно расход нормальный такой. Как бы зарядов просто мало, если бы зарядов было бы побольше, сейчас бы можно было бы исполнять, как раньше на шторме. Типа летаешь на бесконечность, тебе пофиг на все. Не, ну в принципе 45 норм вообще. Приятно. Можно, кстати, арчи тапнуть. Я не знаю, ну типа ему сделали аганим, а я хз, типа оппонент есть его собирать вообще? Ну вы видите, то что тут есть большая надобность совершенно в других артефактах. Подождите. Опа, они все там. Лол. Это же изи сплит пуш. Нормально, деритесь, ребят, деритесь, деритесь. Сейчас я им базу сломаю. Прикольно. Типы все в замесе. А тут другие. Сейчас лотаров повыходят, сваливать отсюда. А где их? Это не видно на карте. Точно на Рошане? Все, они тут. Так, три косарика. Это хорошо, это очень хорошо. Блин, а нафиг ты забрал, придурок? Никита, ты... Тебя когда-нибудь драли? Я отбил твоего Рошана, а ты своровал. Это вообще низость. Я его отбил для нас. Лишь бы Гештарму не похуй. Если не твоя жадность. Если бы этого пидораса тут не было, я бы отдал. Ну, давай, догончик, ты мне сейчас нужен очень сильно. А ну-ка, поехали. Yes!
Конечно, ассостилить. Я всю ману на него потратил, на ассостилить. Молодцы. Браво, команда. А у нас линия падает. Вообще-то. Ой-ой-ой, а маны нету. А сам-то, блядь, подсосок. В смысле? Чё, чё тебе не нравится? Нормально. Взял, подсосал килл и такой Так никого рядом не было, у кого я подсосал килл. Он бы сам сдох, не надо мне тут ля-ля. Чё за странный тип какой-то. Ну лети, дефай, алло. Блин, надо травела собирать. В стиме кто-то написывает. Какая жесткая партия, господи боже мой, как мы долго играем, просто офигеть, вообще просто офигеть. Просто офигеть. А можно варды поставить на карте? Давай в таверну, сынок. Да у меня линка нормально. А чё, вы тавер не знаете, да? Да у меня линка, зачем? Просто так заняться на меч. Поставьте вардов, пожалуйста. Мы сейчас и вообще изи выиграем, если у нас варды будут стоять. Изи, это слишком изи. Тогда мы выиграем очень быстро. Да не важно, как быстро. Нужно потно, главное. Главное медленно, братан. Пересмотрел там слоупок. Так, 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 ТПшки нет, это плохо. 57-59 счет. Новый шейкер что-то вообще не алло. Плохо играет, тип. Кто у вас его девит? Па-па-па-па-па-па-па. А сколько денег надо? 300, боже, как дорого. Очень дорого. Блин, я не знаю, аганим собирать, типа, его даже ложить некуда. Как-то не очень эффективно. Пятьдесят семь реген. Тупо 57. Чего она такая плотная? Лол? Привет. Я как раз... Понял, он вниз ушел. Есть вижен, 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 есть? Красавец. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош.
Иди сюда. Сносим мид. Это, и это все без квапы, кстати говоря. Это все без квапы. 18 было зарядов в бластоуне. 61 реген имеем. Смысл меня было форстапать вообще все. Подождите. Мне это не очень нравится. Просто типы, походу, и шпилят вчетвером. Вообще просто четкие пацики. Так. Кстати, есть БКБ. До свидания. Что? Что? Ой-ой-ой, я его не убил. Почему арчит-то не накинулся? Я же арчит на него кидал. Боже, вот это фейл. Я кидал на него арчит. Странно. Не-не-не, ребят. Тише будьте немножко. Все будет ничтяк. А что с курицей? А, все, у меня ее забрали, еще и слили ее, я понял. Прикольно. Маны не хватает, маны не хватает. Хорош, шейкер убил. Молодец, новый скилл работает, научился пользоваться. Что это было сейчас? А, понял. Как же он выжил тогда, боже. Я кидал арчит, серьезно. Я не знаю, почему он не накинулся на него. Естественно, он бы умер. А чё не поднял-то? Ладно, все, отходим. О боже, как много денег. Кстати, много денег. Опа, и новый арчит подъехал. Так, Крепчанский, нужна кура очень срочная, кстати. Вейбэк есть, все нормально. Че, он фиданул? Фиданул. Молодец. Вот это плохо. Ой-ой-ой, назад. Что? Что? Красавцы. Пойду-ка я домой схожу. Связка была просто божественная, ничего не скажешь. А, квапу продали, все, я понял. Не, вот это четкий артефакт.
Просто вообще четки. Драться, драться. Квапой кто-нибудь поконтролируйте, там ульта есть у нее. Поиграйте за квапу кто-нибудь. Надо жить. Жить! Ладно. 3, 2. Так, ФБ нас спасает. Давай в таверну, сынок. В трон, шейкер, в трон. Сейчас на тревелах прилечу. Тревела, быстро покупайте. Голд раз. Просто ап тревела на максимум. Все равно байбека нету. Пуш, пуш. Блин, мы не успеваем ломать. Блин, не успеваем ломать. Просто не успеваем. Мы не успеваем. Хорош, минус инвокер. А криты-то вылетают-то у меня. А? А? Что-то вылетает? Не знаю. Что-то вылетает. Алло, я же Вортекс-то юзаю. Что не так? Почему Вортекс не работает? Не знаю. Ну блин, затащили вроде. Вроде затащили. А-а-а, БКБшечка. БКБшечку урубили и закончили партию. Ну блин, вообще не изи. Вот это как раз не изи. Как раз подписчики просили именно такую партию получать.